Дорогие беларусы, четвертый год я звертаюся до вас у День воли. И с каждым разом все складаней подобрать правильные слова. Мы вымушены ладить урочистости в замеже, а не народной земле. Мы не можем святковать с легким сердцем, бо тысячи людей находятся за кратами. Мы кажем День воли, але разумеем. Сегодня наша краина опынулась в закладниках Российской империи, якая веде захопницкую войну супроть Украины, знищая нашу незалежность и нашу идентичность. Тем не менее, я уверена, у наших с вами силах изменить ситуацию. Бо 106 год тому у тих же умовах опынулись Вацлав Ластовский, Бранислав Тарашкевич, Язеп Лёсик, белорусы, которые стояли ля вытоков Белорусской Народной Республики. Зусім побач гремела война. Российская империя успрымала наши земли выключно як свою губернию. Белорусам отмовляли у праве обирать политический курс, корыстаться мовой, гадовать детей у отповедности с традициями и культурой. Однако энтузиасты, которые любили батьковщину, запустили масштабный национальный рух. Их выселки привели до одной из самых знаковых подей у нашей истории – створения БНР. На жаль, зараз мы с вами опынулися у такой же ситуации, як и белорусы 106 год тому. Погроза краине иде с того ж боку, что и у минулым стагодзе. Незалежность нашей краины знов стоит под пытанием. Нават методы захопников мало чем отрозниваются. Однако сегодня мы куды больш подрыхтованные до боротьбы. За все эти годы мы начали ценить нашу белорусскую солидарность. Осознавали, что шлях до свободы не бывает худким и легким. Мы отримали уникальный, хоть и болючий, историчный опыт. И сегодня имкнемся его скористать, каб знову стать вольными. Наш историчный опыт – это выник змагання и працы тысяч белорусов. И это еще один доказ тому, что нават у самых складанных умовах мы здольны яднаться, каб баранить свое. Недарма ж нават простагоддзям погоня и бел-червоно-белый стяг успрымаются белорусами по всем свете символами нашей нескоранности да отваги. И я упэўнена, прыйдзе час, калі и мы с вами здолеем побудовать краину, про якую марым. Краину, где День воли будет не нагодой для кпинопропаганды, а сапраўдным национальным святом. Где голос каждого грамадзяніна будет чутны и значны. Где оборону правов и свобод гарантуе закон, а не слово одного человека во владе. Хтось скажет, что я веду размову про некую далекую будучыню. И коли это справдится, и те справдится увогуле, невядома. Але пригадайте, у тих, хто стояв ля витоков БНР, не було узоров, як створати державу. Не було прикладов, як істи супраць системи і перемагати її. Однак яны домоглися поспіху. У нас гэтыя приклады ёсць, а так само ёсць велізарная колькасць людей, якія протягують боротьбу. І пакуль мы разом і не опускаем рук, мы крочим до своей перемоги. С днем воли, дорогие белорусы! Живи, Беларусь!